ирҳоит амилатр торух аҟны аԥсреи анхареи рызҵаар анықәгыло аамҭа цәырнагоит аԥыза афырхаҵа ҳәа. Ус еиԥш аамҭа иалнахыз иакәын Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Григорий-иԥа Арӡынба. Қырҭтәыла еибашьрала Аԥсны ианақәла, аиааира агаразы аԥыза ивагылазар акәын арратә наука иахысхьаз аԥышәа змаз офицарцәа. Зқьи шәиԥшьыни жәаҩа шықәсазы ус иҟаз аԥсуаа ракәын Сергей Дбар, Мират Ишмариа, Владимир Аршбоу ҳәа егьырҭ офицарцәа, анаҩс Кавказ анхыҵынтә иааз ҳашьцәа ирылазаруаа. Гәдоуҭа араион гәыӡырхәа қыҭан, аџьынџьтәылатәи еибашьра ду ашьҭахь зқьи шәиҩынижәыф башықәса рзы ииз Сергей Платон-иԥа Дбар абжьаратә школ ашьҭахь дҭалоит бақәатәи иреиҳаӡо азеиԥш команда ҟаҵаратә арратә ҵара иурҭа. Аҵара даналга, алейтенант ичын зырҭаз Сергей Платон-иԥа зқьи шәиханҩыжәибжь шықәсазы Германиа иҟаз асовет ар ргәыԥ абаталион акоманда ҟаҵаҩс дыҟан. Москва Фрунзе ихьӡ зху арратә академиа даналга, Сергей Дбар акоманда ҟаҵаратә ҭыԥқәа ааникылон. Ефиопиа аус иуан арратә бжьгаҩыс, аха дахьыҟазаалакгьы игәы ихон иԥсадгьылахь. Зқьи шәиԥшьынҩыжә башықәсанҵамҭазы Сергей Дбар дҟарҵоит Аҟәатәи еидҵо арратә комиссариат аиҳабыс, аибашьралагара хышықәса инарыцны иаган усҟан. Қырҭтәыла ар Аԥсны ианақәла раԥхьатәи амшқәа рзы арратә академиа дҵара змаз офицар иаҳасабала Сергей Дбар дҟарҵоит Аҟәа ахьчаҩцәа реиҳабыс. Уже дырхто жәдыруама, ран дыжәбарҭома? Дара иаадыруеит абри амниасанаториа МВО ҳа иҟоу, убра танкгьы абашьыжәо иқәхагьатоуп, агьырҭ зегьы нахьы иҟоуп, атанкқәагьы ауач абинас аколонна иқәыргаланы абрахь рхырханы игылоу. Шаҟа танк ыҟоугьы ҳа информациа шәымма, рациа ус аума? Баҟа танк ыҟоуп рҳәеит, абашь баҟа БТР БРДМ-қәа ыҟоуп рҳәеит. Ауаагьы фыш иқәхаз қәигар рҿынӡа бас иҟоу. Аштаб абашьма? Аштаб ҳара ҳама ҳашьҭахь абашь баҟа километр абра военкомат ахаҟонҿоуп, военно комиссариат аҭыԥаҿоуп звен. Уажәы аамҭа ушьҭа шьыбжьышьҭахь иааихьазар акәхап, асааҭ хԥаԥшьбаагьы иҟоуп, уажә сааҭ снапы иахам, кыр ԥсҭабароума. Хыԥшьықәхуп ҳа. Иахьа дара рырхәт ушьҭахьтәи дыргьежьран иҟан, ҳаргьы ара ҳаангыланы ахьысра ҳаҟәыҵран ҳаҟан. Аха ус ҟарымҵеит дара танк рыман иааин абна. Анахь ицо арахь ицо иахьысо бас провокациақәа ирҿуп, иҩнык рблит, даҽа ҩнык ирблит, нас ҳаргьы аҭак раҳҭит. Уажә ихьанҭо техникала брацҳа иқәлар ишәзаанкылару? Иаанаҳамкылар ижмааҳҵәа, иаанаҳкылар. Ҳаибытума? Ҳаибытум. Там ходят? Без меня огонь не открывает из банок зерих, хабала якушен хахтутов. А при ан хода джига, это ход, не хайху, а я ахту. Значит, за истекшие суток изменения, не произошли по линии фронта. Единственное только произошло, что в районе Киласури у них гаубицы заняли огневую позицию. Четыре гаубицы вот заняли в районе Киласури. Ихние. Да, их огневые позиции. Вот. В основном наши, они находятся сейчас возле верхнего моста Иширский, вот здесь сосредоточены. А также сосредоточены возле нижнего моста, 5 танков и около 200 человек. Кроме того, сосредоточены они возле вокзала. Вот. И санаторий дом отдыха и госдачи. Ночью они убирают всю технику. А днем опять выдвигаются и прямой наводкой ведут обстрел наших позиций. Наши войска занимают прежние позиции. Вот. Ведут сейчас совершенствование, инженерным совершенствованием рубежи. В целом, пока сегодня не было никаких перестрелок. Обычно перестрелки они начинают где-то с 16 до 20 часов. Убитых и раненых сегодняшний день. И среди наших, по крайней мере, наших подразделений нет. Вчера только был убит один и ранены двое. Был убит командир зенитного отделения и ранены два снайпера. В целом по всей линии фронта у них днем работает снайпера, вот, который обстреливает всю нашу рубежи. По поводу Очамчири что известно? Ну, Очамчири пока точный
такой у нас нет, но мы знаем уже, что они начинают действовать, вести партизанскую войну. Вот. По крайней мере, для того, чтобы подвести продовольствие, боеприпасы, они не будут, потому что будут нашими контролироваться от Гали до примерно Гулерипши будут контролироваться нашими. Хорошо. А по поводу квартиры, ну, они вместе, наверное? Значит, они у них две вместе одной команды. Вот. И у каждого уже распределены этот шоссейную дорогу. Но в целом гвардейцы у наших настроение хорошее. Вот. Готовы они защитить свою землю, свою родину. И никто из, по крайней мере, я сегодня утром проходил по всем позициям, никто не хочет отступить на Мишу. Хотя они не хотят войну, но свою родину они будут его защищать. Бізге фипшіні үйгәйш Құсанжан тазы, а полковник Сергей Бардыштвейт бізіпті ақыру ғар тәхі. Арапа Гаграпи Афронт а команда пацай инапынца көрінак зарыйдыр цойт. Сергей Платонипа Арапи Афронт ачы дала гойт ақыру ғар та көрі пацара. Айбаш чап джарлы, шцатулы рей бітара. Через час ты мне докладываешь, что уже заняли позиции работы. Люди, 6-8 метров бежитена, закопаться в землю. Адгиладыка хахчон, ахахрашу молотан, ишбанов за хашкун, что зигизга хахро. Снизу же говорит, фронт обра стабилизация, ахжу, вот за нашу ахтахон. У нас как-то, как-то. А боеприпасы надо беречь, нет у нас ничего. Арах яхамя хортураши грюкзин, ой, яхжима апало. А бригагры для направления чиеци, яхей, это глаза еще даречку. Абржок, воротоку, взводку пацана, а фронта нах. Их я амсцан, забас гуяна год, а рехару хвапа. Ахарях чего, дуя брсташ хихотна, а брх ах пути километр, жах пути километр чай. Сегизшу абри рице и бзипти цуамя, и хорджар хахчу. Ужу бра усу дару хачу, а брш ахки, а брх изымай. Избанок зарирям юхара, а ус хачу зарплю. Брюк ужу гуам, эй, чехи срецуй. Уж хахча бутыр к блу. Хахча, хахча бутыр. Дырдбге бэмпэк кучик ахажиру. Аха, мусфажанец. Эй, шахишу, гуни чё ты, бри, колхи да айхо, бра. Стабаром чё? Нас тэра анахин пиаргота, баржа курова, ва абраган дядя, актур ячу. Акур хрячу, па техника, абджер, агибарцы. Врёб хта было заще. Пста бароку махка на хелу. Натя на пста барахка на хелу яриц. Ты их хей идиот. Иху, уху. Анаюс аполковник Сергей Бардызлаз Аруа Эйк Дыршой, Гагра Арайон Ахы Аквитстразы Арратлан, Ярапчарал и Хыркушан, Зкей Фипшин Южаю Шукса Октябр Фбаркшина. Гаграпи аррат жулара кучаралайын хыркшаха, Сергей Дбар диэргой кумстапи афронт акаманда гадзавис. Аррат пышызмаз офицари харейла ссылас хайбабон кумстаха кван. Афронт ажа егетагыла заашава дэвзарге, ишей кухалана, илахей кну яхирбадзомыз. Алаф хахвана, ава аргу казмыжваз ажа хурбаны хауижван.
Яраха Симон Мартби и Юльпи Ажулара Корани, Тахаз Айбашча, Айдислара Квахцоз и Нуадаю Халак, команда Патравики Хасабала и Типач Дунпаква и Жулоз Айбашча Рахцон. Видишь, описто. А вот что я бегом делал? Да нет, а это же гарм. Да ребят, да ребят. А там Ахшава, да? Разведчик за Ахшава. Ой, губачком сфера. Ачком сфера. Да, это для брызги. Телохранитель же говорит, трахнулся же хуй хосима базам гази. Не надо трахнуть. Ты своего оставь, слушай, дай двух. Это для нас, знаешь, конечный. Сергей сами решающий. А? Чик, ты сухчик, а если в сад его Сархан Фушева осенит? Нет, нет. А, я ходил, как его очко начало? Ничего, я хабры гезжу джугатах, ну? Координирующий организация, как хам тут жить надо. Сарштаба чем как? Там 5 батальонов надо их координировать. Как? Не надо. А я что, последним пойду? Не, младшкин же ехал, кумарайки. Что с хостелера? Каждый должен свою в армии, каждый должен свое дело делать. А не так, как она ухвашивается. Ну, Ирган за Адхапшидару. Да, Ирган. Почему на время не делали? Почему мы же это взяли уже? Шрома. Ах, ахунеты. Ахалшени все окружили. Надо помочь 6 стран. Все нормально. Там будет эта самая тропа и эти мины, где обозначены, есть консервные банки, которые прикрыты, где не разминировано. А кто мне ни это шагу, ни туда, ни сюда. А кто мне покажет? Нет, туда, ребята покажут, там где видно. Я шаг за шагом иду, как военный профессионал. Ну давай. Ошибешься, расстреляем. Ничего. А там уже не придется. Уже не придет. Только за меня там 100 грамм. Ребята, мы воюем не за то, чтобы умерли, а за то, чтобы выиграли. Выжить и выиграть. Выиграть. Доказать, что мы настоящими являемся. Ну, да, возьмите с собой. О, Рашкин Юхан, Санги Сайлавна хочет с тобой. Там есть эти шприцы, двухграммовые. Бинт. Ну, что с вами будет? Лавара! Бин, дай! Я что тебе сказал? Дина! Бин, дай один пакет. Ну, дай один. Обзирезы? Все будет нормально. Я, например, обещаю, что может, завтра мы эту гору пойдем с вами. Дай бог. Я Готера. Или мы не будем сюда. Анатолий, махшица. Нет, с камерой лучше будет. Мне боевики надо. Потому что ближе с камерой лучше будет. Легкий сыр. Все, Валерич. Я хаутама, Женя, где люди два? Все, я догоняю. Давай, обзирезы. Все будет нормально, обзирезы сам. Ну что, ни пуха, ни пура. Тропинка будет видно. Ни пура, обзирезы. Так, командующий. А банцы холод, шип шарок. Так. Надо подняться вот туда, к этим домам, и потом оттуда, вот там увидите дальше, что. Витя, смотри, что. Витя, ага, а что? А, Михо? Жизнбой? Да, да. Вот там, вот, где белые, они вот там этого разведчика ранило, где-то они там соединились. Ну, надо на полянку выйти, на полянку. Аккуратно будьте. В любом случае. Идемте, я вас до речки доведу. До речки мы были. Были, да? Там, где веревка, знаете, все. Да, да, да. Все, ну давайте, бог с вами. И два автоматчика, да? Апснарб джермчкурпну апсахрако янрулага Сергей Барт Фазан аштабхада айхабыс ягьянашан айнрал майорха арратчин. Впервые в нашей истории присваиваем звание генерала двум нашим военачальникам. Первым генералом Абхазской армии по решению Президиума Верховного Совета Абхазии стал исполняющий обязанности министра обороны Абхазии султан Сосналиев. Славного сына кабардинского народа, который вместе с нами защищает нашу родину.
столь же высокой чести удостоен Сергей Платонович Дбар, начальник генерального штаба вооруженных сил Республики Абхазия. Ацухтон писентябр пиажил раан Сергей Дбар дрыла напхи цо зарптапа, апснахны кала кяхты аку цыз дуаз. Генерал, еще дахны холод гук, сыкал я сейчас, чтобы апснахны кала кахоя куч. А кары у зума? А бы же еще шкуч маму. О, скус укшайся. Наше знамя, да? Да хщу боле нахтыры. Наше ускуч маму. Нормально. Апсу асрык вахшу. А кабардинец, что мне было, папсу ахазы яхдов, ахто ахты. Ахаза? 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 Сара, ай, беше хинзо го солдатом, генералцем. Бушпана го, ара па хангуло ме, на кайти го. О, ханга, пшна, ахтах тихзо. Ян гулин за хамзизо? Аба, савиз, чесим азо. Абриеп, командир, че бартреп. Ари да, дахчурдир, хаздир дон. Ари, се свизо йоу. Арзин, бака. Абаталон ди хабуз рак. Абаталон ди хабу паус бьи пастаз йоу. Уэжуя на айх блоз, шукан вах, шукан вах, шукан Абри сухнер стахан. Кабинет пчар стахан. Париза. Поли бой на ридер гид хамаза. Хамаба химаджа. Я хашашу агдута гахтот лапа. Шнай хаба дахуб сузрав хабу житах каз. Ну как шхар хтахан? Есер субрел. Абартач коншу. Абаш хаззаз. Абаш ей бешит. Абснарих зирхар дагахтса. Набрач кончера чакера чедзим. А, Тахмади, чач кончера, мирул шокорцы. Их я сеги срычен. А город, а гичный город хахтов. Абсным. Я хам весим твой пхатсуды. Хахнилы гай пхатсуды. Бреза адара дистухов, рызы гибы хазбо. А бре телевидео маги хазбо. А бр тач кончера шимху, что он тебу пара сара табасу. Григорь, че геш, хариф тахзами? Григорь, че ехал, сжа ахтуха. Чем хочешь говорить? Хорошо, да, она холодит, ты делаешь. Я не знаю. Это с первого дня войны, Хамазов. Ай бешрани хига за джаба хасаба зуна, а я и раштех, зки фипсини жваха чукса декабр вевивю барзе, апсны и рейхазу асаведа кцарала Сергей Платон ипа дбар айнрал лейтенант ичинитан. Зкивчини випшук сарзы Сергей Дбар Ихсан апсын афырхацахва ахиц харагы. Дгазан адлыхчар а министр акби хатып войс. Далахун латакы тамбыцахалай чырақын бататышызы харва зкивчини випшук сарзы им епыргаза жулара. Юнизкек шупсазы Гилаев ейбеш сфиман цабал данулба Сергей Дбар Дгазан айвадатуй арргуп акаманда гацавис. Сейчас мы закрепляем. Та бандформирование, где находится район, мы сейчас окружили, закрыли, заблокировали их. Ночь прошла спокойно. В основном стычки были с мелкими группами по 3-4 человека, но они в бой не ввязывались. Как только мы стрельбу открывали, отходили себе назад. Вот такая ситуация за ночь прошел. Мы сейчас закрываем внешнюю линию обороны с тем, что по разведданным мы знаем, что должны подойти помощь. Так, чтобы они не соединились с помощью, мы открываем еще внешнюю сторону. Вот это мы сейчас на данный момент, северная группа этим занимается. Как видится вам дальнейшее развитие ситуации и вообще исход всего этого? Ну, и сегодняшний день я так вижу, что мы закрепимся северной и та группа, которая на блокировании, а потом вместе с разведкой потихонечку начнем замыкать та район, где они находятся.
Юнинский юбешупсарзы Сергей Дбар апсынышлы резеры адепутат сдалыр хой. Тхартойт а парламент ахада ихаты провис. Изкей фипшин визевшупсарзы Сергей Платонифа далыр хойт а ветеранша руажлара пейчкаара амцахара ахантовис. Сергей Платонифа юзца айбасчу дрзайгон. Рхай хан. И мать в мире кытача абджер штыхна апсадгул захчоз. Ай бешван дара, аджабар бит, будзерхва и тахыки жизнь пшу. Пшу в айрам бабаси бжадзи. Виши и пши не зимбиш ва хуб. Бехам будзерхва ари хахзаха нюх ду, абар табака харкот, а жите и бешу зе, ачапе и бешу, избанок зе, жите и бешу зге. Усхан дарани и бешу зжаскси, жаскси рхутун, узги тахазги жаскси, жаскси рхутун. Царис фарис духов, скытым и будзерху саса халта, заеб бишь у чахалтас и рецепты варстаху, и рзехис что так чарку баха дархани бишь я комарета. А я и растех пепста заара, а вот дайвера козыги и гвадза хунза и наган дразхутсван, а псад гилахчев афрхаца. Я не знаю. А вы 10 лет сидите, какой здесь 15 лет? Типа хаширамы рожжбово. Сергей Платон и па артажа поехает и псрамышквак шагыз. Сергей Дбар и пшмак пси ере и раадзет виджа хасарпар. Аджа и дуне и псахыт и матурат вал пшешины и кто. Айубет бит таа чароб, а милиция а подполковник и чин имов. А псна афархаца. Ах запша аордин акт би айва зара занашаз, Сергей Платон и Падбар, ибо айсра аанчасит, юниз ки уйба шукса, июнь уйва вибиш барычны. И псы тазги, Сергей Платон и Падбар сынпа хан ювюжук шуксы хыцван.